Итак, всем привет. Сегодня, короче, приехал на металлоприемку. В общем, взял с собой 400 рублей, может, что-нибудь наберу. Решил сегодня еще раз ходить, посмотреть. Смотрю, поковыряюсь, может, что куплю. В общем, вот автобус РАФ перевернутый. Ну, микроавтобус. Движок на месте, но, походу, он не очень хорошем состоянии. Так, салончик такой. Ничего вроде нету. Дворники. Панель приборов. Фара сделана в России. Так, окушка стоит. Так, а что у нас такое? Да, такушки. Кардан срезанный. Колесо. Так, фара какая-то. Плафоны. Это, по-моему, от Волгина. Стекла целые, один только разбитый, он тут с той стороны. Такой рак. Бля, колпак ты помят. Панель приборов разбита, мне не пойдет. Ремни хорошие, правда. Полочка хорошая лежит, но ее не достать, конечно. Фонари пластиковые.
ручки хорошие. Подголовники хорошие. Здесь тоже панель приборов разбита. Дверь сломана. Книжки, блин. Так, сидушки порваны. Панель убита. Так, фару снял одна хреновая, сделана в России, ржавая вся, все поржавело, это все прикипело, не откручивается, здесь пластиковая. Снял форточки. Так, ремни хотел снять. Какие-то вот эти застежки сделаны в СССР. Здесь, в общем, не откручивается. Так, здесь металлолом. Так, здесь панель приборов надо снять. Часы здесь лежали, забрали уже. В общем, ничего хорошего такого не нашел. Ручки интересные. Кстати, это 21065 модель. Я посмотрел. С алюминиевыми бамперами. Какого года, интересно, шестерка? Снял ободки фар. Карбюратор один хотел снять, но он такой хреновый. Релюшки снял. Стартер он хороший. Ну, неохота откручивать сегодня. Снег пошел. Ну, вчера я здесь уже смотрел.
Так, фонари не снимаются, болты все прикипели. Думал, заберу уж, раз приехал. В общем, так. Так, фара какая-то. А, вот почему ее списали. Соболь. Редуктор. Ну, колеса от мотоцикла. Это от чего двигателя? Дизель какой-то. Коробка, что ли, от москвича? Плафон разбит. Он еще разбит в копейки. Что за аппарат?
Да, десятка стоит. Вон стоит Запорожец старый, кто-то сдал, горбатый. Наверное, без документов списали. Весь в пыли, видимо, в гараже долго стоял. Да, купить бы его в деревне, восстановить, докататься, конечно, интересно было бы. Десятки ничего нет, все поснимали. Да я ухожу. Чего это распредвалы? Так, все, я сходил на металлоприемку, набрал. Некоторые вещи не мог снять там, потому что все прикипело и нужных ключей не было, в общем. Давайте я вам покажу, что я сегодня набрал. Молдинг взял, который крепит карты, вот эти 4 штучки. Состояние хорошее. Ну, это я себе взял, у меня там чуть-чуть треснуто было на зеленой шурфе. 5 молдинг. Так, это с копейки снял. Бархотки. Молдинги. Снял фары. Еще одна фара. Также снял карбюратор. Это более-менее, который я нашел в хорошем состоянии. Остальные в плохом состоянии. И то здесь вот шпильки погнуты.
Так, снял колпак с этого, блин. Конечно, в плохом состоянии, весь такой ржавый, не знаю, зачем я его снял. Так, вот, снял форточки. Еще одна форточка. Что-то по-английски ДГМ, ДГМ. Ручки там валялись, забрал. Зеркало валялось, забрал. Ну, никому не надо, сейчас с такими здесь никто не пользуется у нас. Пепельницу забрал. Еще одна ручка, 4 ручки. Приборов забрал. Не знаю, может, что-нибудь, какой тюнинг сделаю, подсветку или покрашу там. Еще одно кольцо нашел какое-то. Зеркало еще одно. Вот с копейки снял хром под кнопку. Ну. Часы забрал. Так, подголовники забрал. С той синей шестерки. Ну. Пригодятся. Так, еще одно зеркало. Ручки КПП забрал. Одну фару забрал, сделанную в СССР. Так, еще фара. Эту забрал в сборе. Надо только отмыть. В общем, зашел в гараж, а то ветер дует, пакеты шуршат. Вот, вот то, что я поснимал на сегодня. Кто-то там просил вот эту бирку. В общем, это 21013. 80-го года. В общем, это 21013, которая зеленая стояла. 80-го года. Но она вот в плохом состоянии, шурупы не откручивались. В общем, вот эти поснимал. Вот черная, которая стояла, шестерка, 21065. Снял вот. В общем, вот такая вот получилась. В основном здесь форточки, молдинги всякие. Рылишки вот такие снял. Зеркальца вон 3 штуки. Нафиг они мне нужны. Столько много. Фонари, фары. Все стеклышки сделаны в России. Ни ГДР, ни СССР нету, в общем. Эти ручки тоже снял. Не знаю, для чего они. В общем, вот такая вот кучка получилась. А, кстати, карты забрал. Карты, говорю, дайте, заберу, все равно они у вас там валяются, как картон. Номера он забрал. Нафиг они нужны. Задние карты так более-менее, только пепельницы нет. А передние порезаны. Не знаю, может, кому нужны будут. На Авито выложу вот это все. Немного так помою. В общем, заплатил за эту кучку 400 рублей. В общем, сказал ему, показал, говорю, вот сколько набрал. Я говорю, 400 хватит. Он говорит, ну давай. Там же стоял автобус РАФ, я не стал там долго копошиться. Там плафоны были в салоне какие-то. Что там еще было? Дворники. Фара там сделана в России. Всем пока, до следующего видео.